Здравствуйте, меня зовут Нелли Гизатуллина. Вы смотрите новости Туймазинского района на телеканале ЮТВ. Каждую среду в 21:45 мы рассказываем о событиях и интересных людях. Смотрите сегодня в выпуске. В Туймазах идет ремонт тоннеля. Суханкуловская школа стала лучшей в районе. В Туймазах продолжается строительство моста через реку Усень. В сельском доме культуры Кокрыбашево прошел праздник родословный. В Кондрах прошел турнир по боксу. Начнем выпуск коротких новостей. В Туймазах идет ремонт тоннеля. Строители уже сняли дорожное покрытие на метровую глубину. После вывоза мусора начнут обустраивать сливы для воды и уложат новое основание дороги, используя щебенку разных фракций. Затем внутри тоннеля положат плиты, а подъезды к тоннелю заасфальтируют. Суханкуловская школа стала лучшей в районе. В конгресс-холле Таратау прошла торжественная церемония награждения лучших школ городов и района Башкирии. По итогам 2021-2022 учебного года лучшей школой Туймазинского района признали Суханкуловскую школу. Также на церемонии призерам регионального этапа Олимпиады вручили грамоты и медали. Туймазинские спортсмены приняли участие на Кубке Башкирии по пауэрлифтингу и силовым видам спорта. Сборная района заняла первое место. Азат Шайхиев взял первые и третье места в жиме лежа без экипировки и подъемом штанги на бицепс. Также он подготовил двух спортсменок – Лилию Валиахметову и Валентину Спирегову, завоевавших первые места в своих возрастных и весовых категориях. В Туймазах продолжается строительство моста через реку Усень. Жители микрорайона Агиртамак с нетерпением ждут ввода объекта в эксплуатацию. Строительство моста началось в 2018 году. По первоначальному проекту не учли часть задач и потребовались дополнительные расходы. По новому проекту протяженность объекта составит более 1 километра. На самом мосту длиной 59 и шириной более 12 метров проложат 6-метровую двухполосную проезжую часть и пешеходные тротуары с двух сторон. Благодаря новой переправе жители Агиртамака смогут добираться до города за 5-10 минут. В хозяйствах Туймазинского района готовят лошадей для участия в конно-спортивном турнире «Терра Башкирия». Соревнования среди лучших конозаводчиков и жокеев республики начнутся с первого этапа 1/16 финала. 200 скакунов поборются за звание победителя. Призовой фонд турнира составит 10 миллионов рублей. Туймазинский район представит скакуны хозяйств Бешенды и Салимгареева. На сегодняшний день участники получили допуск к скачкам в конно-спортивном турнире. А теперь перейдем к основным новостям. В сельском доме культуры Кокрыбашево прошел праздник родословный Шежере Байрам. Он состоялся в рамках Года культурного наследия народов России и Года башкирской культуры и духовное наследие. Основу народного праздника Шежере Байрам составляет родословные определенных родов, семей и их членов, а также празднично-обрядовые традиции башкирского народа. На мероприятии представили 25 шежере. Участники с чувством гордости за свою семью и свои корни рассказывали о происхождении своего рода. Время интернета, в интернете было очень много вот эти первые данные. Оттуда взяли, помогли ей Центральная районная библиотека. Помогли они ей, а потом вот данные, которые уже здесь, молодые поколения, я уже их знаю, я 35 лет как с ними живу. Вот вместе собирали кто с кем. И я очень много даже узнала. Вот когда собирала, вот делала это шаджере, так стало приятно. Представляя свои родословные, участники праздника стремятся пробудить интерес у населения к семейным традициям и расширить представление о связи времени. Важно и очень даже нужно, чтобы наше поколение, молодежь, знали о своих предках и узнали, к какому роду они относятся. У меня тоже вот внуки растут, они тоже заинтересованы вот с этим, какой поколение, кем они были, и им интересно, и мне радует, что эта молодежь заинтересована Шежерой, и они знают побольше о своих предках, а до этого мы стали забывать. И чтобы они не забывали, я очень рада, что молодежь заинтересована. Очень важно. Почему? Потому что вот я сама была маленькая. Мне прабабушка рассказывала, бабушка. Прабабушка моей маме рассказывала, мне моя бабушка рассказывала. Потом моя мама с папой нам. Но теперь по наследству я все это стараюсь передавать своим детям и внукам. Это все должны все знать.
На то она родословная. В фойе Дома культуры также организовали выставку мастеров декоративно-прикладного творчества района и книжную выставку «Башкирская культура и традиции». Подумала, чем бы удивить, что-то новое хотелось бы создать. И вот идея пришла сделать картину с макарон. Села. Одна за другой, получилась первая моя картина. Это куколки во время пандемии, мы сидели дома, и я хотела попробовать шить, и у меня получилась вот такая куколка. Это своими руками все сделано, голову сперва делаешь, потом туловище, и уже одежда сама собою. У меня была мечта, у меня фольклорный коллектив есть, Иман, вот создать их образ в кукольном виде. В актовом зале гостям праздника рассказали о башкирских родах села Кокрыбашево и презентовали сборник ПШЖР. Иске Кокрыбаш Байрек Тылбе Шежере Китабе, основанный на архивных материалах. Затем праздник продолжила концертная программа традиционной башкирской игры Байге, в которой состязались команды родов Елан Кыргыз. Бойцовский характер и смелость. В эти выходные в Кондрах прошел турнир по боксу. На соревнования съехали спортсмены соседних районов. Вот уже на протяжении 9 лет ежегодно в Кондрах проходят соревнования «Бокс против наркотиков и детской преступности». Для местных боксеров это большое событие. Не каждый день их зал принимает столько гостей. Турнир ежегодно проводился только один день. Впервые, то есть у нас сейчас проходит 2 дня, далее мы будем уже стараться проводить и 3, и 4 более дней турнир, расширять как бы круг и гостей приглашенных. У нас сейчас с Октябрьска, с Туймазов и с Лениногорска приехали гости. В двухдневных боях приняли участие 62 спортсмена. Среди участников оказалось и 2 девушки. Привлечь детей занятия спортом, как бы оторвать от улицы, чтобы они всегда были на глазах, тем более в село. Здесь кроме учебы больше ничего нету, производства нету. Учиться они уезжают в Туймазы в Октябрьск после 9-10 класса. А здесь уже как бы они всегда под присмотром. Тренер всегда с ними держит связь. На ринг вышли как новички, которые проводили свои первые бои, так и опытные боксеры. Наиболее напряженными прошли поединки спортсменов, выступавших в профессиональных боях. На этом турнире участвовало 8 кондринских боксеров, занявших 6 первых, 1 второе и 1 третье место. У нас как бы приезжают же здесь смотреть не только с Кондров, приезжают и с Октябрьска, и с Уфо, ну, с Уфы, города Уфы, получается, вот, гости. Далее родители видят данный наш турнир. Потом больше начинается как бы реклама. Приходит больше детей. Летом вот, начинают заниматься. Хотелось, чтобы дети были против вот всего этого. Завлечь таким образом их к спорту, чтобы они больше занимались как бы спортом, учебой. Но меньше было времени у них там на тусовке на улице, там ошивались там. Данный турнир не является отборочным на другие соревнования. Но в любом случае юные боксеры получили отличный шанс посостязаться со своими ровесниками и оценить собственный уровень. А спортивный клуб «Октау» ждет всех кондринцев на занятия по боксу. Тренировки проходят бесплатно. Максим Карпухин, Неля Гизатуллина, телеканал ЮТВ. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Смотрите новости Туймазинского района каждую среду в 21:45. Повторы в пятницу в 8 утра и в воскресенье в 21:30. А если вам есть о чем рассказать, пишите в нашу группу ВКонтакте, телеканал ЮТВ Туймазинского района. Всего доброго, и я желаю вам только хороших новостей.